прицепили камеру на куклу Аннабель, это такая жесть! Черт, вот и посмотрите, она просто подлетает! На ты разбийнику! Че твори, про меня зовут Аркеонис, и просто сразу же! Переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Самый лучший в банде на ютубе, ведь бро, придет время, и Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, вроде бы же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде, в самый слип банде на ютубе! И также сегодня со мной видео снимает Настя! И бандиты, сегодня у нас реально необычное видео, потому что сегодня мы покупаем живую куклу Аннабель. Только вдумайтесь в это, мы реально купили куклу Аннабель, она сейчас в коридоре, в коробке. Вы бы видели ту коробку, это такая жесть, банда. Тем не менее, мы идем 3:00, чтобы открыть ту коробку и посмотреть, как же выглядит та кукла Аннабель. Потому что, по идее, она должна оживать только в 3 часа ночи. Как раз, когда начинает происходить всякая мистика. И, банда, помимо того, что мы сегодня откроем куклу Аннабель и впервые ее увидим, я хочу надеть на нее эту камеру где-то сюда на грудь и оставить ее так на целую ночь, чтобы посмотреть, как двигается кукла Аннабель. То есть представьте, на ней будет камера, и она запишет, как двигается кукла. Это же Суприм Банда, мне прям терпится это поскорее увидеть. И бандиты, знаете что, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И Суприм Банда, тогда я разрежу куклу Аннабель. Только вдумайтесь в это, только никому не говорите. Ведь я реально за 10 тысяч лайков разрежу куклу Аннабель. И мы посмотрим, что же находится внутри зловещей куклы. Так что, бандиты, давайте опускайтесь ниже, жмите социальный лайк. А тем временем, банда, мы ждем 3:00. Черт, банда, вы просто в это не поверите, я сейчас вижу эту коробку, это такая жесть, ты видишь это? Да, она выглядит ужасно. Да, это реально жестко, Суприм Банда, тем не менее, просто гляньте на эту коробку. Господи, это жесть, она полностью в цепях, вы это видите? О, господи, вроде бы, о, черт, кто это видела, Настя? Да, Настя? Не знаю, она просто только что двинула, Суприм Банда, это просто жесть. Давайте уже поскорее откроем, посмотрим на эту куклу Аннабель. Это жесть, банда, мне все еще в это не верится, она зря тут живая кукла Аннабель. Окей, Суприм Банда, не знаю, как вам, но мне реально стрёмно. Вот эта кукла самая настоящая убийца. Я слышал много легенд, что эта кукла реально убивала, только вдумайтесь в это. Кукла убийца, это реально жестко, банда. Окей, давайте уберем все эти цепки уже, поскорее откроем эту куклу. Реально же интересно, как она выглядит в реальной жизни. Окей, банда, надеюсь, вы готовы, на ваших глазах сейчас впервые открою эту коробку. О, черт, гляньте. Это что, Аннабель? Черт, посмотри, там лежит какая-то кукла, вы это видите? О, господи, окей. Давай про меня достать. Эти Суприм Банда, тут реально была какая-то кукла. Это не сильно похоже на ту Аннабель, которую мы видели ранее. А что если нас кинули? Что если это не Аннабель? Хотя как бы если тогда то, что коробка двинулась? О, господи, это просто жесть, Суприм Банда. Посмотрите, скорее всего, это реально живая кукла Аннабель. Просто она, наверное, телепортируется из тела в тело, скорее всего. Окей, это жесть, Суприм Банда. Просто посмотрите на это. Как же она жутко выглядит. Ее голубые глаза. Эй, Аннабель, ты как, жива? Ничего не происходит, банда. Но окей, мы видели, что была с коробкой. Скорее всего, что она реально живая. В принципе, ничего плохого здесь не вижу. Обычная кукла. Что ж, давайте прицепим к ней камеру и посмотрим, что будет дальше. Окей, банда, просто посмотрите, мы реально прицепили камеру на куклу Аннабель. Это такая жесть. Теперь представьте, если эта камера реально что-то снимет. Это жесть, Суприм Банда. Тем не менее, давайте уже включим камеру, положим куда-то куклу, а после чего оставим ее наедине. И, возможно, она тогда реально начнет двигаться. Окей, что ж, давайте я запускаю камеру, и она уже, по идее, должна начать снимать. Окей, что ж, что творим, про меня зовут Аркеонис. Окей, это просто жесть, банда, мне все еще в это не верится. Окей, банда, мы прицепили камеру, но я предлагаю отнести Аннабель назад в коробку, там, где она проявляла свою активность, потому что мы не видели, чтобы она двигалась без коробки. Окей, что ж, давайте вот так вот ее где-то сюда положим, все, пусть там лежит. Как тебе такое, Аннабель? Господи, вы бы знали, как это стрёмно выглядит. Окей, не знаю, что делать, но я предлагаю уже оставить здесь и уже пойти. Ты согласна, Настя? Да, я согласна. Окей, тогда уходи, пусть она уже лежит здесь. Окей, банда, часах 3 часа ночи, 3:20, самое время для паранормальной активности, особенно для Аннабель. Окей, наверное, нужно было спрятать все острые предметы, которые только есть в доме, потому что Аннабель может напасть. Это будет реально жестко, банда. Черт, я все еще ничего не слышу, интересно, что она там делает. Окей, как ты думаешь, что это может быть она все-таки живая или нет? Я слышал шум цепи. Я тоже слышала. Черт, а что если это Аннабель? Господи, окей, только тихо, идем посмотрим, что там. Это же Суприм Банда, мне все еще это не верится. Мне реально тут уже живая кукла Аннабель. О, черт, Суприм Банда, вы это видите? Она реально живая, господи. Она как-то выбралась из этой коробки. Черт, мне страшно к ней подходить. Надеюсь, камера все записала. Она шевелила цепь, это она ее зацепила. Вы это видите, банда, это просто жесть, господи. Это жесть, банда, она как-то выбралась из коробки. Это же
предлагаю положить коробки и продолжить нашу запись. Положим ее просто вот так вот, закроем и все, посмотрим, что будет дальше. Эта жесть будет скоренность уходит, только тихо. Окей, супербады, я реально очень сильно волнуюсь, потому что кукла живая, это жесть. Эй, черт, вы бы знали, как я пусть просто глядь, у меня прям руки дрожат! Я очень сильно надеюсь, что нас туда не выберется, потому что там будет огромная жесть, господи, вы бы знали, какая это жесть, панда! Окей, знаешь что? Если вдруг она опять выберется из коробки, я возьму и сделаю так. Поставлю одну камеру, чтобы снимала ее, а другая будет на ней. То есть, получается, будет снимать я целых две камеры. Представь, если мы снимем на эту камеру, которая будет сверху ее движение. Это жесть, господи! Да, будет интересно. О, да, это жесть, окей, что ж, пока же ничего не слышно. Окей, не знаю, как вам, но мне реально жесть, как стрёмно, потому что это живая кукла Аннабель. Я как только я открыл, даже подумать не мог, что это будет реально. Она, черт, она была такая, как на картинках. Она совсем другая в жизни. Это жесть, окей, что ж, тем не менее, банда, вы знаете. Здесь эти шлаку я разрезаю эту куклу Аннабель, как мы видим, она реально живая. Как будто что-то было. О, черт, мне кажется, там что-то открывало эту дверь. О, господи, окей, нас идем только тихо. Это просто жесть, посмотрите, банда. Коробка открыта, вы это видите? Это просто жесть, получается, кукла Аннабель все-таки вышла. Ее здесь нету, Настя. А где она? Я не знаю, это просто жесть, она реально вышла, но как мы ее не услышали? Эй, Аннабель, ты здесь? О, господи, где она могла деться, я просто не знаю. Давай, Аннабель, я же знаю, ты где-то здесь. О, господи, это просто жесть, ну же, где она может быть? Черт. О, вы видите это? Она реально здесь, банда, она пришла сюда, и гляньте, у нее нож! Это жесть, но прям банда, она реально здесь! Предлагаю действовать моему плану, я поставлю одну камеру, и эту камеру я оставлю здесь, и вот так вот ее буду снимать, чтобы заснять ее движение на эту камеру! О, господи, банда, кто мог подумать, эта кукла реально живая! Я поставил камеру на статив, чтобы она снимала куклу! Надеюсь, она что-то запишет, потому что, как мы видим, банда, она реально двигается! Надеюсь, эта камера тоже все записывает! Окей, пусть она здесь будет, а мы вернемся через пару минут! Почему камера выключена? Настя, ты это видишь? Да, вижу! Черт, супербанда, камера была выключена! Это такая жесть! И гляньте! Здесь какая-то записка! Настя, черт! Давай играть! Как она хочет со мной играть? Ножом, что ли? Я не знаю! Черт, посмотри, вот ее нож, он лежит здесь! Что это значит, супербанда? И чем это вообще написано? Это кровь! Черт! Супербанда, эта записка написана кровью! О, господи, это просто жесть! Вы это видите? Аннабель оставила нам записку «Давай играть», которую написала кровью! Только вот чьей кровью? Это жесть, банда, мне все очень в это не верится, господи, нет! Я не хочу с ней играть, это жесть, она реально убийца! Окей, банда, у меня есть реально грандиозная идея, если мы вдруг опять поймаем Аннабель, а я очень на это надеюсь, я просто наброшу на нее вот эту сетку, вот так вот, и все, банда, она уже точно не сможет тогда выбраться, потому что если Вуди не выбрался, то она-то тем более, ты слышала это? Да, слышала. О, господи, что если это Аннабель? Отсюда был этот звук. Окей, только тихо, раз, два, три. О, господи, банда, посмотрите, это Аннабель! Она уже здесь! Черт! Это просто жесть, окей. Пусть так лежит, я умер, ножа отсюда не выберется. О, черт, мне это не верится. Это Аннабель, она реально хочет нас убить. Она реально жаждет крови людей. Это жесть! О, господи, банда, это просто... Окей, банда, у меня есть идея, что я сделаю. Что? Поднимись! О, господи, банда, вы это видите? Кукла Аннабель уже здесь, черт! А как она выбралась с той сетки? Господи, банда, это просто жесть, посмотрите, она как-то выбралась с этой сетки! Но как, Вуди не смог, а она смогла! Это реально зловещая кукла, банда, она просто проклятая! Окей, супри, банда, я уже просто не знаю, что делать! Банда, я вот так вот здесь
посадил. Я глядю, у нее просто стоит рука. Это жесть, она реально живая. Надеюсь, сейчас она уже не будет так двигаться, потому что мы надели на нее сетку, а также еще сверху цепи. Тем не менее, банда, уже очень поздно, уже реально хочется спать. Я предлагаю оставить ее так, а уже утром прийти и разрезать ее. Потому что сейчас уже нету смысла ее разрезать, уже реально почти утро. Поэтому, банда, я предлагаю оставить ее так. Пусть так и лежит, надеюсь, это ее сдержит. А самим уже лезть спать и дождаться утра, а потом уже ее разрезать. Ты готова, Настя? Да. Окей, тогда идем ложимся спать. Ах да, банда, а камеру на Аннабель я оставлю на ночь включенной, чтобы она все снимала, что будет делать Аннабель. Если вдруг она опять выберется, тогда мы не будем знать, что она делала. Именно поэтому камера будет включена всю ночь. Всю ночь будет снимать, что же делает Аннабель. А тем временем, банда, мы уже ложимся спать, погнали! Это жесть, банда, эта кукла, она реально живая! Вижу смысла тянуть, просто берем, сейчас ее разрезаем!